Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война, там оттяпали часть территории. Где-то далеко там Молдова, которую разделили напополам, Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали с боем, отстаивая независимый суверенитет в свое время, в советские времена, про Горбачева. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ, что армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли о том, что Грузия потеряла почти треть своей территории. Сначала Абхазию, потом Южную Осетию.